Автомобиль будущего будет розового цвета. Они могут быть любого, желтенького, розовенького, синенького, голубенького, фиолетового, в цвет леопарда и коричневый. Машины будут летающие. У него будет 3 крылья, колеса. Нет, там такие моторчики, и он летит, там руль нету. Там кнопочки нажимаешь, и все. В будущем будут автомобили газовые, быстрые и очень легкие. Это такая леталка, она маленькая, а внутри она большая. Ну, поменьше джипа она. И грузовые могут быть машины в будущем. Багажник почти как такой машины. И у него колеса большие. Грузовые машины, они выглядят... Тут квадрат, а все такое вот прямоугольное. Они будут красивые. Может быть, любого цвета, любого формы. Заходишь туда, она перемещается очень далеко. На Северный полюс попасть.